Всем привет, с вами Гриша и Варя. Сегодня мы наконец-то будем смотреть что-то по Rainbow Six. И это продолжение, вторая часть. То есть это был один большой видос на 10 минут, мы его нарезали на две части. Кто-то такой. Поэтому тут не будет никакого вступления, как только мы начнем, сразу пойдут оперативники. Ты помнишь первую часть? Это было так давно! Да, помню, там был какой-то чувак с щитом. Снайпер. Был инженер. Медик. Или это Team Fortress? Никто не знает. Давай посмотрим вторую часть. Готовы? Давайте смотрим. Смотрим. Эти вояки привыкли переть напролом. Выносят двери и окна. Все дела. Но вот беда. Они забыли простейший принцип. Хочешь остаться в живых? Смотри под ноги. Перед лицом смерти сердце человека начинает биться со скоростью 175 ударов в минуту. Опытный противник умен и хладнокровен. Легко держит ритм от 70 до 100 ударов. Но скоро сердца моих врагов перестанут биться. Я уверен, что керамическая пластина в моем жилете выдержит прямое попадание пули, летящей со скоростью 500 метров в секунду. Я уверен, что не дерну, не сдрейфлю. Я доверяю команде. А они мне. Вы спросите, зачем тебе баллон? Я-то скажу, но потом прикончу вас. Расслабьтесь, шучу. Но вот вам дружеский совет. Про баллон забудьте. Спутники в космосе, беспилотники, навигаторы. Пользуешься приблудами? Будь готов запутаться в проводах и сдохнуть.
я выбираю дедовский метод. Ведь у нас же не садятся батарейки. Добавь к алюминию оксиды различных металлов. Смесь будет гореть при 2000 по Цельсию. В умелых руках прожжет вообще любую поверхность. Как-то раз я добавил С4 по вкусу. Блюдо удалось на славу. Раз выдалась минутка, поведаю вам об устройстве этого шедеврального девайса. За 4 секунды с легкостью разгоняется от 0 до 20. Каждого собирают вручную. 10 километров проводки и 1100 деталей. Подаст голос хоть за 300 метров. Но для команды главное, дает ли он преимущество. Ответ очевиден. 100 пудов. А концовка вообще жгёт. Первая часть была лучше, я точно помню. Ну да. Потому что в первой части были они для нас все оперативники в новинку, а тут на самом деле уже многие как будто дублируются. Да, и вообще половину просто молча показали. Как мы любим, давайте пройдемся по каждому оперативнику и пообсуждаем их. Но сначала скажу, что вообще задумка трейлера интересна. Давайте поехали. Капкан. Капкан. Это чувак, который ставит капканы. Да. Следующий вот этот. Монтагне. Это вообще очень непонятный оперативник, то есть... Чувак, у которого мяты щи. Причем, что уже был один оперативник с щитом, но тут, видишь, он его как будто бы собрал. То есть он такой мобильный. Мьют! Что он делает? Он смотрит и молчит. Наблюдает. Ну, он этот из security сидит в магазинах и смотрит, кто тыгрит еду. Пульс. А что ты не понял? Что ты пропустил? Немножко не понял, как он его убил. А может не он? Может не он. Но у него как будто в руках, как я понял, какой-то тепловизор, что ли? Сердцевизор. Вот смотри, это сердце стреляет. Стреляй сердце. Рук. Рук! Ну, прикольно. На самом деле, он рук, а я подумал, что он рок, что он скала. Потому что тогда бы он был непоколебим, как скала. Стал и стоит. Он же рук. Что такое рук? Давай узнаем. Рук. Ладья, грач, шулер, мошенник. Вот это клево сейчас. Следж. Очень прикольно, реально. Опять же, просто понятно. Он у нас тут выше балла, ломает стены. Мы не успеваем. Мы не успеваем, ребят, погнали дальше. Смоук. Все про него понятно, да? Он типа этот пожарник, наоборот. После смоука у нас... Катюша. Тачханкин. Тачер. Тачер. Тоже прикольно, на самом деле. Типа, что он ножом убил? Зачем все эти игрушки? Я по старинке. Термит. Или термайт. Понятно, тут просто парень подрывник. Закрытые двери открывают при помощи взрывчатки и сварки. Все, осталось 20 секунд. Не успеваем мы сказать про последнего чувака. Твич. Все, Твич играет в машинки и это все. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.